Молитва — это крик души. Чем искренней, тем тише. Не так легко, когда в тиши ее Господь услышит. Она — то самый горький плач, не пред людьми, пред Богом, в надежде, что небесный врач поможет всем во многом. Она — то славный гимн сердец, нередко бессловесный, в котором славится Творец нелицемерно, вечно. Молитва есть небесный дар, одно из средств немногих, в котором все, бедняк и царь, ведут беседу с Богом. Она — орудие труда, она — душе блаженства, через нее везде, всегда приходят к совершенству. Она — глоток живой воды, залог успешной битвы. Уважаемый слушатель, вы слушали передачу миссии Фрейдштейна. Если у вас есть вопросы или вы желаете получить Евангелие, вы можете нам написать. Наш адрес: Германия, миссия Фрейдштейна, улица Гимборна-штрассе 20, индекс 51709, город Марингайде. Повторяю адрес: Германия, миссия Фрейдштейна, улица Гимборна-штрассе 20, индекс 51709, город Марингайде. Будем очень рады получить от вас письмо. Благодарим за полученные письма. Нашу передачу вы можете слушать каждую субботу в 15 часов московского времени на частоте 13810 кГц в диапазоне 22 метра в Сибири, Казахстане и на Дальнем Востоке. И в 19 часов московского времени на частоте 9680 кГц в диапазоне 31 метра в европейской части России.